Сегодня в администрации Кировского района прошло рабочее совещание с руководителями управляющих компаний, представителями ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов. Об этом администрация сообщает в своем телеграм-канале. В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки домов к зимнему сезону. Также были рассмотрены обращения, поступившие в социальные сети. Администрация железнодорожного района Самары в своем телеграм-канале разместила телефоны доверия для взрослых и детей. Многие порой не знают, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации, кому обратиться за помощью и поддержкой. Бывают ситуации, когда не хочется делиться своими переживаниями с друзьями или близкими. Именно для таких случаев существует телефон доверия. Если вам нужна поддержка, звоните, вам обязательно помогут. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в поликлиниках идет активная прививочная кампания против гриппа и советует обезопасить себя и своих близких. Процедура займет всего несколько минут, а иммунитет сохранится до следующей осени. Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее одного месяца. Администрация Советского района в телеграм-канале сообщает, что в парке «Дружба» прошла легкоатлетическая эстафета в рамках районной спартакиады для студентов, обучающихся в учебных заведениях среднего, профессионального и высшего образования Советского района. Результаты в общекомандном зачете. Первое место у Самарского торгово-экономического колледжа, второе у Самарского машиностроительного колледжа, третье место у Самарского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации.